Не понял. А, это оно так работает почему-то. Карта захвата странная. Короче, мне пришлось запустить стрим, потому что я не могу выполнять побочки. В свинцовых трубах не проходит сигнал. Пока я не пройду эту сюжетку. Поэтому я запустила секретный стрим для того, чтобы поиграть с вами. Вот так вот. Что-то какая-то картинка мыльная. Кажется. Откуда здесь камера видеонаблюдения? Стоп. Игровой процесс, так, графика, качество, верноплавность. Если производительность. Вебки. Ну, я на домашнем сижу, страшненькая такая, не хочу. Куда он идет? Откуда здесь камера видеонаблюдения? Так, куда идти дальше-то? Надо немного прибрать за ящик. Начну с этой трубы. Только ящер устроит бардак даже в канализации. Секретный же стрим вебки не будет. Вот так, да. Раз секретный, тогда и молча надо, чтобы непонятно было, кто играет. Не, ну это прям... Это супер секретный стрим, прапор ты назвал. Вот. Ой! Я в дырочку чуть не упала. Он пробился на заброшенную линию метро? О! Вряд ли это случайность. Коннорс не хочет, чтобы за ним шли. Поэтому мы за ним пойдем. Он оторвал еще одну трубу. Наверное, пытался затопить тоннель. Зачем тебе до работы? А что ты вообще не на работе, лол? Да вы идете, док. Серьезно? О, нет. У Оскорб лаборатория в канализации? Наверное, Норман давным-давно обустроил тут все для Коннорса. Причем скрытно. И чё? Найти следы. Ну вот следы. Нет, нужны другие следы. Ну ладно. Шупальца. Может, именно по этим образцам Коннорс создал оригинальную формулу? Как бы я на больничном, я об этом вчера говорил. Я еще на прошлой неделе говорил, что мне хреново. И что там у тебя хреново? Даже знать не хочу, что в этих чанах. Днище прорывает. Над чем же Норман заставлял Коннорса тут работать? Зачем ему астрономические данные? А это то, что этот симбиот упал, да, на Землю? Этот символ. Не знал, что Коннорс изучал древние языки. Так, ну тут вроде все. Наверное, это от камер в туннелях. Где? Что? Что от камер в туннелях? А, эти? Мониторы? Чего там? Вот так вот меня и читают на стримах и в Дисе. Да нормально тебе читать, что ты прибедняешься? Просто я не помню. У меня память как у хлебушка. Здорово, Анофин. Я сегодня, кстати, что-то это сидела, думаю, блин, так хочется... В лижечку поиграть. Даже думала, блин, это с кем пойти поиграть. Не придумала и забила. Раньше внутри что-то было. Venom. VNM. Venom. Мутуализм?
Коннорс всегда считал, что ключ к решению кроется в других организмах. We are Venom. Стоп. Это же ускоритель частиц в нашем фонде. Коннорс засунул в него какой-то минерал? Я смотрю, тебе забанить надо прапорт, а? Что? А это из-за меня? Класс. Питания нет. То есть с паучка вот эта вот так, хрень, ну, симбиот, может слезть дело? Только на камень, правильно? А что за камень, кто знает? Нет. Привет, док. Готовы к медосмотру? О, я вот разберусь. Деремся мы с рептайлом. А чё я стою? Сокрушительные атаки. Невозможно парировать и блокировать. Увидев синее предупреждение о атаке, немедленно уклоняйтесь. Вы это уже проходили, Коннорс! Если вы меня слышите, мне нужна помощь! Вы Курт Коннорс, блестящий ученый! Да, вы ошиблись! Ой. Все еще может кончиться хорошо! Вы хотите, чтобы семья запомнила вас таким? Ой, щит, бич! Хвост — это проблема! Подумайте о жене! Ой. О сыне! Вы нужны им! Ой! Это не сработало. У меня противоядие! Позвольте вам помочь! Ай-яй-яй, это может парировать надо. Хватит меня бить! Только так можно вас свернуть! Ой, я что-то расхерачила. Мы уже давно могли с этим покончить! Да стойте же! Я спасал вас раньше! Ай-яй-яй! Блин, мне у угла лучше не сидеть, конечно. Я могу вас вылечить! Просто помогите мне немного! Да блин! Лучше не приближаться! Ай, я сейчас умру! Нет, я хочу жить! Пожалуйста! Сука! Fatality! Да блин, он мне куй сделал, ёб твою мать! Ай, второй куй! Ты его бьешь. Только так можно вас свернуть! О! Охренеть! Это что за работа на предупреждение? Нужно спустить его! Мы уже давно могли с этим покончить! Да, ладно, я поняла, к нему лучше не лететь. Окей. Да стойте же! Я спасал вас раньше!
Лиса! Ай! Ну еще раз! Ай-яй-яй! Я могу вас вылечить! Просто помогите мне немного! Ну я, капец, все нажала. А, я промазала, да? Прикольно. Ну, хорошо. Ай. Хорош. Ля, как оседлала ящера. Уф. Что за секс такой? Подождите, стоп. Фоторежим. А мы сейчас не сможем, да? Эти камеры свободные не может быть. Ладно, просто тебя сфоткаем. Красивенького такого. Ну уж нет. Он злиться начинает. Ой, нет, только тираннозавра не разрушайте. Бля. Нет у меня настроения гнаться за огромной ящерицей по всему Нью-Йорку! Какая только великолепная музыка. Пострадают люди! Ну, класс! Теперь еще и полиция! Люди! Назад! А, люди ему не интересны, как видишь. Не спеши! Ждите, нет. Кнопку нажала. Немножко больше. Ай-яй-яй. Я разберусь с этим. Вы мешаете. Издеваетесь, Коннор? Ух ты! Блин, это я не смогла предугадать. А не смогла я его это самое потрогать, да? Ладно. Вы знаете, что я этого не хочу! Не шевели! Ой, минус машина. Охотники! Серьезно? Сами напросились! Да шмякни ему противоядие, блин, в спиняк! Ну что за... Ой, господи... Опять летать... Проклятые охотники! Я же сказал, не лезьте! Мне надоела охота за ящерицей! У меня нет на это времени! Коннор! Ну, держись! А, игла не может пробить копы! А, игла не может пробить...
Понял тебя. А куда-то нам она ему в глаз? И в жопку. Мне очень нужен этот антидот! Делать наверху, улетите! Бежать некуда! Так, стоять, надо вас сфоткать. Хотя фотка, если честно, такая себе, но ладно. Писюн? А где у него писюн там? У него нет писюна, только если под хвост. С обратной стороны хвоста, что ли, ему жахнуть? Да как отсюда выйти-то, господи? Коннорс! Прекрасное создание. Я помогу! Минус хвост. Что, умрет? Не успели мы, получается, да? О, хвостик новый. Регенерация это так клёво. И так мерзко. Ладно, если иначе нельзя, я буду драться. Я столько вам помогал! С хвостом эволюция явно перестаралась! Да господи! Да что за фигня? Я не могу ему вообще ничего сделать. Слабы, чтобы вернуть себе контроль! Я вас пинками наружу вытащу! Понятно, почему семья вас бросила! Потому что вы слабак! Ай. Они боятся вас! И вы это знаете! Блин, да он теперь бьет два раза. Что, думаешь, я не запомнила? А я нос чешу, подожди, подожди, чувак, подожди. Твою мать. У него же новая фишка. Я так больше не могу. Я даже не для себя стараюсь! Вы нужны Гарри! Помните его! Ай-яй-яй, попала. Как бы перевести ящера в беззвучный режим? Он умирает, док! Я не могу его потерять! Только вы можете ему помочь! Затормозил, мне пора действовать! Ему нужен как... Не базарь, короче. Фейталити. Ведь я столько вам помогал. Ящер, Уинс. Могли бы хоть раз помочь мне в ответ. А как же героический альтруизм, там все дела? Вы слишком слабы, чтобы вернуть себе контроль. Я вас пинками на руку вытащу!
Ну я же нажимаю. А, там парировать не надо, надо уклоняться. Я забыла, что надо уклоняться. А я парировала его все время. Потому что вы слабак! А вот это надо парировать. А вот это уклоняться. Да бля! У меня сейчас тоже на жопе перепонка лопнет. Они боятся вас! И вы это знаете! Ой, я нихера не вижу! Я так больше не могу! Я даже не для себя стараюсь! Она вроде увернулась, а вроде нет. Гарри! Помните его! Он умирает, но... Ай, пап! Я не могу его... Сука, я не успеваю одновременно! Мыслить, чтобы что-то парировать, а что-то это... Лучше не приближаться к этим шипам! Ему нужен костюм! И лишь с вашей помощью он его получит! Его рот! Можно ввести противоядие в чёрта, да. Если подобраться поближе! Ай-яй-яй! Давай, последний рывочек! Последний рывочек! Рывочек! Фух! Какой секс, подождите. Какие зубки, а? Класс, класс. Ой, подождите, не нажала. Зубки просто секс. Пора принять лекарство. Ай, в небо, блин! В небо неприятные уколы. Последний рывочек, смотри, не надо рви пупочек. Зашел на секретный стрим, а тут порно с ящерицами. Есть такое. О, все-таки мы смогли его сделать мужиком. Ой, он голенький. Жесть. Чисто, когда пытаешься дать котику таблетку. Чисто драка с гигантом, это да. Так, отвечу, мужские соски, извините, заклеить не смогли. Сейчас. Откуда он у тебя? От Гарри Осборна. Это же ваш проект. Идем со мной. Как я и думал. Так, это как он приземлился на землю, походу, да? Это здесь. Стоп, стоп, назад! Я взгляну поближе. Все в порядке, в порядке. А, сейчас покажут, как он руку потерял, походу. Порвет ему руку, что ли? Стреляйте! Огонь! Что это?
это такое? Осколок метеорита, упавшего рядом с городом много лет назад. Там мы и нашли его. На мне пришелец? Мы зовем его симбиот. Он связан с носителем на субклеточном уровне. В данном случае с Гарри Осборном. Он дал его тебе? Не совсем. Я был ранен. И симбиот выбрал. А это значит, он куда опаснее, чем я думал. Надо сообщить в Оскорб. Надо его уничтожить. Не-не-не. Уничтожить нас? Вы сказали, он меня выбрал. С ним Человек-паук совершенен. О, все, кукуха поехала. Цель обнаружена. Преследую. МДжей, рад тебя слышать. Как дела? Нормально. Продолжаю набивать коробки. Только что связалась с Гарри. А ты сам-то как? Я видела новости о погоне за ящером. Я в полном порядке. Коннорс вылечился. Костюм в лучшем виде. И вроде бы называется симбиотом. О, да, а еще он инопланетянин. Рехнуться можно, да? Стоп, что? И тебя это не тревожит? Чуточку тревожит, но... Без него я не смог бы остановить Коннорса. Питер, вы вдвоем разнесли полгорода. Ты видел, во что превратился музей? Если честно, я удивлена, что никто не погиб. Нет. И ты знаешь, что я должен был его вылечить? Или надо было оставить его громить город? Да я не про... Я собираюсь всю ночь работать над статьей для Джоны. Кажется, меня наконец... То есть другу он уже не хочет отдавать костюм, чтобы тот вылечился. У меня есть новости об этих странных ботах. Не-не-не, я молчу просто. Это стороннее отслеживание ведется издалека. Очень издалека. Типа за миллионы километров. Типа из космоса? Нет, скорее этот кто-то скрывает свое местонахождение. Ага. Пожалуй, я смогу вычислить источник сигнала, если найдешь мне еще ботов. Хочу пожать руку тому, кто это сделал. Прости, я тут. Где я тебя прервал? Я собираюсь всю ночь работать над статьей для Джоны. Кажется, меня наконец посетила муза. Если вернешься поздно, может, дам почитать. Что на нее нашло? Видимо, стресс из-за работы. Да-да-да, конечно. Надо оставить ее в покое. А пока посмотрим, чем мы можем помочь. Итак, чем мы можем помочь? Я бы позакрывала вот эти, но туда вроде как нельзя с Веномом идти, да? Дроны Крейвена все еще охотятся на людей. Надо их выследить. Блин, мне почему-то название Гарлем ассоциация с DC-шной вселенной. Не знаю почему. Так, это хорошо. Данные с базы не брали. Тут заслон охотников. Может, я узнаю, есть ли рядом еще одна база. Другим заслоном пропала связь. Это ничего не значит. Они жаловались на сильные помехи от соседних зданий. Нет. Пауки, наконец, решили атаковать базу. Они скоро будут биться. Ты хотел бы подраться. Кто первый нападет? Хорошо, что нас послали сюда. А то там! Простите, ребята! У меня еще разведка в списке дел! Не по
Кстати, а почему теперь я могу с симбиотом все закрывать? Класс, подкрепление. Типа нужно было, чтобы прошло время, что ли? Здорово, Чирик, привет, Ваня. Тактика Галактика. В жопу себе под прицелься, козел. На помойку! Не вздумайте падать! Бля, у нее спина, что, стальная, что ли? Что за фигня? А ты разве пробовала это закрыть? Конечно. Ничего не было доступно в костюме симбиота. Везде нужно было менять костюм. Обмотаю паутиной. Данных по базе тут нет. Может, на другом заслоне? Я надеялся побыть вдвоем с МДЖ, но так устал. Пора домой отдохнуть. Интересно, что с ее статьей. О, черт. Опять забыл постирать просто не дома. На-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 а
Побочек куча делала, но я сейчас же планирую прям полноценный типа побочком, поэтому зачем? Ну ладно, включу еще. Кто звуки издает? А, это этот привязанный. А я думаю, кто звуки издает? Я прикрываю. Прикрывай. Мешом нам не бывает никто. Это был он? Нет. Вот он, гляди вверх. Как вы меня, сука, увидели? Ах, вы гниды. Как они меня увидели? Не другая, спасибо большое за рейд, всем здравствуйте, только всем здравствуйте, но ведите себя тихо, у нас секретный стрим. Мы тут сидим без вебки и фигачим нашим веномом, вернее симбиотом всех. Ай, блин, собака кусила. Да ёк, Макарёк, меня отмотузили, господи. Привет, моя хорошая, привет. Всем полукомку, остальным соболезную. Так, блин, у меня модераторов нет, сейчас я тебя отмечу, моя хорошая. Ну как, вы прошли уже этот самый Blackbook? Я помню, мне как-то игру подарили эту. Я в нее играла, я даже образы для нее делала, стримила в платочках в разных. Было прикольно, конечно, прикольно. Я бы сказала, на какую концовку я закончила, но я думаю, это будет спойлером, вот, поэтому интересно, на какую ты закончишь. Так, а чё я, где я? А, вот я. Ко мне! Поохотимся вместе! Не смотрите, просто паук пришел разнести ваш заслон. Уже прошли первую главу? Не, ну первая глава, это первая глава, а там же их много вроде, нет? Я уже сообщил на базу. Где прикрытие? В жопе у тебя. Давай, иди сюда, гуля-гуля. Еще дофига проходить, да. Блин, она не одна идет. Да что ж такое-то? Человек пропал. Мы не одни. Думаешь, ты умный? Думаю, да. Но все же думают, что они умные, правильно? Почему я не могу тебя привязать? Ладно, давай я тебя вот так вот бахну тогда, раз я не могу тебя связать. А, я не могла связать, потому что там чувак уже был привязан, да? Куда ты ползешь, а? Под крадун мамкин. Я умный эз. Шасть. Так. Лепили. Так, вот туда идем к следующему.
Короче, их лучше по стелсу всех убирать, потому что они тогда подмогу не вызывают и не надо драться. Нормалек. Так и знал, что на этой крыше что-то затевается. Здорово, Кексик. Давай не другая. Спасибо большое за рейд. Спасибо большое. Отдыхай. Хорошего денечка. Привет, Машулечка. Так, это что у нас тут? Их база в заброшенной школе? Тест на крутизну пройден. Что такое ум? Это что-то такое интересное. Что, блин, а реально, как можно охарактеризовать ум? Ум. Рановато чего-то стрим. Решила побыстрее разобраться с паучком. Но, во-первых, у меня... сейчас, подождите. У меня просто... да, у меня осталось всего 2 дня, чтобы решить, ну, закончить игру. Вот, соответственно, у меня в четверг мероприятие, я не смогу стримить. А в пятницу уже Alan Wake выходит. Вот, плюс нам еще нужно успеть Ghost Runner посмотреть. А сегодня у меня мероприятие после 7 вечера. Соответственно, я запустила днем, чтобы пройти по бочке. Вот. А у меня как? Я по бочке не смогла пойти и пройти просто так, потому что у меня была часть сюжетки, мне нужно было закончить сюжетку, и только потом пойти в этот самый, закрывать карту. Вот. И... а там была очень важная часть про ящера, и думаю, блин, ну пропускать такое, чтобы не было на стриме и в записи, будет как-то немножечко обидно. Поэтому пришлось запустить стрим. Вот, я с вами до 18:30. У меня вообще сегодня выходной должен был быть, по идее. Вот, так что я это... Что за мероприятие? Про сегодняшнее мероприятие еще не могу сказать, у меня эмбарго. А в четверг мероприятие по Дзену. Там будет награждение игровых блогеров, будет вроде ВЛГ выступать и всякое такое, вот. Я приглашена, как я, типа, участник, но не то чтобы я участник, я там почти не участвовала. Вот, поэтому... поэтому... но все равно пойти потусить нормально. Так, интересное мероприятие с Игромиром связано. Не, Игромир уже прошел, закончился. Вот, надо ждать следующего Игромира. Вот, это уже мероприятие от игровой вехи Дзена. Играла в первый Ghost Runner? Если да, то ладно. Если нет, то долго не просидишь в ней. Я играла, и я ее не закончила, потому что у меня жопа сгорела, да. Но я и планировала на самом-то деле пойти чисто одним днем в Ghost Runner, вот, не задротить в него, потому что у меня не настолько мощная нервная система, чтобы это все выдерживать. Вот. Народ, все ведь уже знают, что произошло на рыбном рынке, и что там был ящик. Подождите. О, это что такое? Ну, пошли. Сейчас. Скажу честно, я надеялась, что хотя бы об этом злодее мы больше никогда не услышим. И нам всем очень повезло, что оба Человека-паука вовремя вмешались. Оба? Младший Человек-паук впечатлил очевидцев трюками на воде. Старший Человек... Так, обезвредить всех охотников на базе. Я преподам им урок, который они не скоро забудут. Ты это сам придумал? Эй, ты на это подписался? Что там с базой? Полученные из заслонов данные были верны. Они улучшают все оружие для транспорта. Положим этому конец. Так, один отъехал. Больше на крышах никого нету, да? Блин, почему тут нет никакого сканера, ёпрасте? Мне в дырочку надо? Или нет? Походу, мне в дырочку надо. Блин, я понять не могу. Пауки доказали, что они достойные противники. Поэтому и надо улучшить оружие. Мощнее враг, мощнее оружие. Чем быстрее они перестанут нам мешать, не, вам показалось. Получим награду. А кто там что заметил? Вот ты говнюк, как я тебя не заметила. Подождите, слушайте, я проверила все крыши, не было никого. Откуда появились эти звездюки? Что за фигня вообще?
R3 сканер. Ну вот я его жму, и оно только вот так вот мне показывает. Типа, ну, что безопасно их обезвредить. А так, типа, врагов оно мне не подсвечивает. Это вроде скиллом надо выучить, и тогда оно будет. Так, где ты? Ты тут был, я тебя видела. Да, он опять пропал. Что за говнюк такой, а? Где ты? Дня. Становится интересно. Он же тут был. Где он делся? После улучшения пауки станут легкой добычей. Блин, музыка великолепная вообще. Я кайфую от музыки здесь. По радару, смотри, так проще. Ну, по радару, да, кстати. Видите, Воба, хватит потерь! Залагал, походу, да? Понял. Так, а если тебя отвлечь вот этим, ты пойдешь в другую сторону? Идите на звук и найдите паука! Я думала, он меня сейчас нахрен пошлет. Типа, идите нахрен, я вас не звал. Найди сервер и отключи турели. Турели? Остались только мы. Все ко мне. Так, пес есть. И вот эти двое, да? Так, а что если вот это вот так? Конечно, он так шумит, его вообще никто не услышит, да? Еще две турели. Это не по мне же стреляют, не? Не, она просто так фигарит. А эти вообще ноль на массу, смотрите. Господи, этот ИИ в игре, он великолепен, конечно. У меня 0 градусов, мокрый снег с ледяным ветром. Блин, мокрый снег с ледяным ветром неприятно, но снег — это красиво. Следите за тенями. Следите за жопами. Ваши жопы в опасности. Я слышу, как он уползает. Больше никто у тебя не уползает. Ну кто-нибудь, отойдите-то друг от друга, капец, вы заколебали. А, они не... А чё они? Чё их мордуют-то? Ай, блин. Найдите его, пока он всех нас не прикончил. Это меня не пугает. Попробуй, чувак, у всех приглашение с собой. Блин, меня заметили. Как? Непонятно. А, они просто посмотрели на турель. Да в жопу идите. Вне зоны доступа. На-н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 а. Вне зоны доступа мы. О, это кто? Я думала, это второй чипук. Чик-чик-пук. Чик-чик-пук. О, я же могу, кстати, вниз пойти, да? Могу. Еще и громила. Офигеть. Могу вот сюда зайти. Так, где-то здесь мне нужно... Почему я не могу... Чему-то я не могу. Я вижу паука над нами! Блин, мне вот туда надо, да? Я в окно почему-то не смогла зайти. Вижу,
сопротивление! Как будто тут народу мало! Ай, ты говнюк! Все? Или не все? Где-то тут турель надо было отключить, не? Вот да! Ты спалил эти турели! Пусть теперь попробует их улучшить! Пройдемся дальше. Твоего видя, Человек-паук! Ловите его! Да почему я не могу в дырочку залезть? В жопу себе прицелься, козёль! Так, где? Кто стрелял? Юлечка, привет! Так, дальше что? Вон в этом самом, во дворе, да? Где там? Где? Во дворе где-то был один, не вижу. А, вон. Ию! Надо, короче, я поняла, все эти звуки надо озвучивать, как будто я ниндзя. Ию! Так, а что мне вообще надо дальше сделать? А, обезвредить всех охотников, да? Ну, пошли в дырочку. Так. Мы дальше можем по стелсу проходить или нет? Походу, нет. Где? Меня тут не было. Да я вообще нигде не уловима. Я настолько шикарна и неуловима, что вы меня не можете найти. Хотя нет, кажется, вы меня нашли. Да. А где враги? Алло, враги, где? Где враги? Нет врагов? Красиво было. Блин, но счесть не могу. Я не трус, но я боюсь. Так, там вон женщина была. Да нет. Ну ладно, пойдем пешечком к ней. Судя по данным заслонов, там есть еще комната. Я могла по стелсу проходить, да, но я не стала. Такое бывает, прапор. Так, что-то мне наверху, что ли, надо? Так, угу. Джекпот. Так, тут зашифрованный файл. Саша. Не, на средний, я всегда на средний прохожу. Вернись ко мне, пока у нас еще есть время. Наше время вышло, любовь моя. А твои дети?
Тити? Они будут драться за власть над нашей империей. А, дети. Щенки должны заслужить свое место, как и все. Для них я буду помехой. Тогда ударь первой. Отличные родители. Семья Крейвена? Похоже, они крутые. Ага, очень. Могут стать проблемой. Я буду готов. Продолжим зачищать базы. Так. Так, сколько? 15-14? Прапорт, ты там собирайся. Стоит пересмотреть понятие героизма как трусишки такового. Постирал? Новые так взял? Боялся. Монстр, в поселении которого нас уверяли, вернулся и снова сеет хаос. А Человек-паук не сумел нас защитить. Доктор Курт Коннорс, он же ящер, снова бесчинствует на улицах города. Попытки Человека-паука его остановить можно на... Похоже на заслон. Поможет ли это найти базу? А, их трое, я думаю, что за так херня. Так, где Крейвен тебя нашел? Нигде. Я набрел на останки одной из его целей в Сибири. Помню, пришлось побегать. Я подумал, кто-то весело проводит время. Захотел поучаствовать. Но сначала надо было себя показать. Где была охота? В Кашмире. Достойно. Постирал новые одежды перед выходом. Правильно. То нечего вот это вот с баребухами на работу ходить. Да почему? Иду на звук. Вот этих троих убрать, я понять не могу. Ну-ка, сейчас гляну скиллы. Могу ли я сразу троих оплести или нет? Так, а двух врагов одновременно. Ну, трех нету. Так, удерживайте, чтобы ударить врага об землю. Паучий прыжок, рывок. Скорость получения концентрации возрастает с увеличением числа атак из серии. Поняла. Привет, антиферик. Так, а что вот это выкинуть? Типа оружие можно, да? Так, а что у нас здесь? Шкала мощи заполняется быстрее. Давай. Так, стоп. Давайте еще улучшенный костюм бахнем. Так, жетоны героя нужны. Тут редкие детали. Так. Кто-то поблизости. Почему не могу бахнуть двоих? Ничего. С какой это стороны? С моей. Да. Блин, опять второй не идет. Да почему? Я не понимаю, почему нет. Никого. Да.
Так, что у нас тут есть вообще? Что мы можем? Давайте что-то вот туда кинем. Вон, да, там кто-то есть. Да, там кто-то есть, иди туда. За ним наблюдают, что ли? Почему опасно-то? Похоже, ничего. Не время валяться. Пусто. Охотника вырубили. Тебя тоже. Так. Что у нас осталось? У нас остались два наверху и один внизу, да? Я так и не понимаю, какого хрена не могу я их обоих жахнуть. У меня же есть вот эта штука. Что? Опять? Блин, ну это глюки пипец какой-то. Опять кто-то рядом. Пусто. Пипец какой-то. Подкрепление! Как будто тут народу мало! Да ну вы серьезно? Ну ладно, давайте драться. Покажи ему, что он это зря. Да? Попробуем разнюхать. Вы же почистили историю поиска? Чат, вы почистили историю поиска? Так, дрончик, что ты мне расскажешь? Карта базы. Так. Попробую узнать, что меня там поджидает. Если вырубить ретранслятор базы, охотники не смогут вызвать подкрепление. Говорят, ты это зря? Почему? Кажется, ты был у двух других заслонов. Каждую неделю чищу. Если осмотрю остальные заслоны, может, найду базу? Не знаешь, а кто знает? Удачно я приземлилась, короче. Долго ее не хватит. Что? Защищай!
То есть как он бедных еще женщин туда-сюда кидает? Привет, Антронат. Тихо, ты куда? Подожди. Так, что еще творится на этой базе? Уже это кладовая с оружием. Вот обидно будет, если какой-нибудь Человек-паук все залюбит. Минус два заслона. Может, у следующего узнаю, где их база. Что-то у меня нос чешется, опять аллергия пошла. Так, улучшение костюма, перемещение. То есть у меня деталей уже офигеть сколько пошло. Так, идем дальше. Давайте к птичке, а потом к этой, да? Блин, птичка, это ж летать. О, щит, бич. Не хочу летать. Загрузил с одного из них данные. Что-то о том, на кого Крейвен охотится. Надо изучить. Мало ли что. Поехали! В данных должна быть информация о целях Крейвена. Ай-я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 й. Ой, блин, у меня же беда с полетами вообще. Твою мать. Посмотрим, за кем гнался этот голубь на стероидах. Мне не нравится этот костюм Венома, он какой-то странный. Что Крейвену нужно от инженера? Этот дрон больше ее не потревожит. Надо найти остальные. Так, дальше мы идем вот сюда, да? Склизкий, ну какой-то он... Не знаю, чересчур... Как называется? Мускулистый, что ли? Так, поехали. Охотники уже паникуют.
что они какие-то дёрганые. У нас есть план насчет тех, кого победил Человек-паук? План? Их схватила полиция. Мы собираемся что-нибудь предпринять? Пусть сами. Если у них не хватит смекалки, значит, они нам и не нужны. Нам больше достанется. Правильно мыслишь. Какие коварные женщины. Блин, они везде по два, по три. Это, конечно, жопа, если честно. Герой тут. Я слышала его. А вдруг это кто-то пукнул? Привет, Килатив. Герой тут, я его слышала. Но мы его найдем. Пёс типа в паутине. Вол. Привет, ты уже просто в черном играешь или это раскраска? Как это случилось? В смысле, не поняла. Я играю в черном и это раскраска. Эй, ты в норме? Еще тело? Меня не запугать. У нас минус один! Блин, что ж такое-то? У него нет, но он не сможет вечно прятаться. Вас всех жахают в жопку. Вот что происходит. Конечно, я еще здесь. Я всегда буду рядом с вами. Это наверняка он. Угу. Наверняка я. Давай, пропру. Хочу вас двоих. Давайте сразу двоих. Ну почему нельзя сразу двоих? Ну у меня же скилл есть. Думаешь, ты сбежал? Ой, Райдер, привет. Не болей, Райдер. Не болей, Райдер! Райдер, не болей! Не болей! Умоляю тебя, не болей! Скилл в бою? Не-не-не, это скилл по поводу стелса. Там двоих можно жахать, но для этого вокруг них должны быть типа зеленые такие круги. Зеленые круги обозначают, что ты типа можешь их жахнуть. Так, а он меня так это заметит, да? Нет? Да, нет, нет, да. Я пытаюсь, ну чё, еще пару дней такое состояние, потом на улучшение пойдет. Окей, так, меня замечает Собик. Вот козел этот Собик, конечно. Во, видели? Вот, короче, надо просто выше быть. Всё, я поняла. Я все поняла. А поняли ли вы? Пиу! Пиу!
Так, у нас еще кто-то остался, да? А кто остался-то? Посмотрим, что они тут затевают. Ой, не туда побежала. Карта верхнего Вестсайда. И откуда у них столько денег? База в заброшенном отеле? Боюсь представить их портье. Пойду к отелю. Там же не надо бронировать номер. По данным заслонов, тут они хранят оружие. Но это ненадолго. Так. А, это с другой стороны. Вот говнюк. Почему я не могу туда стрельнуть? Не поняв. Так. Да почему я не могу стрельнуть-то? Странно. Ну ладно. Ваня, ты такой писюшный. Так, кто у нас тут есть? Вот ты есть. Укушу я Ваньку, такую вот писюльку. Думаете, далеко? Ой, что-то я захотела поваляться. Что у вас так много? А, Рейдж был точно. Я думаю, что у вас так много на секретном стриме-то? Он же секретный. Даже анонсика нигде не было, кроме Дискорда, наверное. В Дискорде, наверное, жмякнулось автоматом. 3К? Чего 3К? Так. 300 часов? Чего 300 часов? Блин, как же мне туда-то перепрыгнуть? Я понять не могу. Далеко везде. Я вообще случайно на Twitch зашел, никаких анонсов не видел. Ну да, да. А, да не, не 300 вроде, 230 же, 240. Так, во, теперь поход, да, теперь можно. Я поняла, короче, если ты делаешь сверху вниз, то типа паутина не жахается. Понял тебя. То есть снизу вверх жахается, а сверху вниз нет. Окей. Окей, окей, окей. Так, опасно. Стоять, не трогаем ничего. Опасно, опасно, и это так опасно. Почему это так опасно? Ту-тунь, ту-тунь. Сегодня проснулся в 2 часа. Жесть, капец. Но я вчера так же проснулась. Сегодня получше уже было. Сегодня я уже встала пораньше. Так, что у нас снизу кто-то есть? Сейчас мы тут себе паучью ферму сделаем для кормежки. Так, вон есть челопук какой-то, но мы его не можем потрогать.
Вот так можем потрогать. Нас никто не увидит, что мы его... Ой, блядь, сглазила. Нет, нет, нет. Да нет, вам показалось, это ночная бабочка Анжела была. Вот ты говнюшка, а? Кто там? Кто шумит? Режь паутину! Конечно, режь. Чё ты это? Ой, это что такое я сделала? У меня такого даже не было! Что, они меня потеряли? Видели, его накрыло лавиною. Так, женщину побили. Кто там гыкает? Один готов? Так, отключить лазеры охотников. Нет, это не лазер, походу. Лазеры вот здесь. Так, мы сейчас... Опа. Так, подождите, не... А как мне сюда зайти? Внизу, что ли? Да нет, то есть еще ниже надо. Прямо из-под низу надо заходить, да? Ой, Вась! Я, конечно, сегодня еле-еле глаза разлепила. Это такой трындец был. Так, я что хотела? Мы сделаем... Нет, не сделаем, да? И вот так не сделаем. Почему не сделаем? Непонятно, да? Давай вот сюда бахнем. Так, отсюда бахнем вот так вот. Пройдемся. Угу. Отсюда бахнем. Нет, мы отсюда, походу, не бахнем. Отсюда бахнем вот сюда. Так, и еще давай вот туда. Да? Нормально же? Нормалек, нормалек. Так, где людишки? Поехали. Так, что-то этих опасно трогать. Других он. Да я сегодня не записываю, сегодня выходной, так что можете спокойно любовь проверять. Вы же помните, да, я в выходной не записываю, если стримлю. Так, вот этот вот, да, отлично, мне нужно его. О, лошадка, здравствуйте. Мы тут стелсим немножечко. А вы там как? Что делаете? Нет, тебе нельзя, да? Блин, кого-то хочу. Хочу кого-то. А мне вот летать охота. Извините, видимо, все-таки я не выспалась. Блин, тут все опасно, все опасно. Всех надо отвлекать. Как вы мне дороги, а? Почему? Так, нужно кого-то позвать вот сюда. Я знаю, паук, это ты! Конечно, это я, иди ко мне. Сейчас обплету нахрен все это. Весь потолок. Блин, там громила такой здоровый. Ты пожалеешь о своих играх. Да не, я не думаю. Игры это прекрасно. Чего о них жалеть-то? Отлично, отлично, идем.
Кстати, почему вот эта паутина белая, если я играю за Веном? Веном. Я обычно смотрю без чата. Да, она не любит вас, чат. Меня любит, а вас нет. Ха-ха! Вот. Кто-то наших вырубает! Я все пытаюсь, конечно, заставить себя включать рестримы на VPL или на YouTube, вот, но на YouTube я не смогу делать, потому что у нас заказ музыки есть, а с этим самым не получится. Плюс мне как-то больше нравится загружать 4К-видео, нежели трансляции делать. Хотя, может быть, какие-то индюшатину можно и на Ютубе тоже делать. Громилу убрали. Почему я вот этого не могу потрогать? Есть новости. Похоже, у нас проблемы. Кто-нибудь, проверьте. Я рядом. Пойду проверю. Пойди проверь, давай. Чё, как проверила? Хорошо проверила, я считаю. Доложите статус периметра. Прием, периметр чист. Выдвигайся туда. Прием. Человек пропал. Задело рук паука. Да не может. Может, он посрать отошел. Что ты начинаешь? Сразу дело рук паука. Так, дальше. Есть еще желающие? Мне нужно вон туда. Но там лазеры, да? Попробуем. Я не могу тут подняться на веревку. Вопрос. Ну, я так понимаю, мне надо вниз спускаться. Так, ну-ка посмотрим на мою паучью ферму. Загляденье. Смотрите, какие малыши. Скоро я в них отложу свои яички. Ну все, Элька, это трындец. Почему? Потому что лошадка тебя не любит? Блин, ну ты ей хоть цветочек подари, она же девочка. А то вот это просто так любить, это, конечно, не каждый может. Это надо быть этим альтруистом, вот это, как Человек-пук. Человек-пук, он альтруистически всем помогает, да? Хотя это нерационально. Я подарил, где я не вижу цветочек. Вот, ля, много цветочков, молодец. Но, думаю, это уже не прокатит. Кстати, подождите секунду. Мне нужно поменять скиллы. Мне не нравится, что у меня... Ой, как же это делать? Я уже забыла. Сменить древо навыков. Мне нужно, чтобы у меня вот эти были. А, вот, способности. Вот, наверху хочу... Взрыв симбиота. Вот. Так. Вещи в больницу, пиво вези.
Нормально. Блин, я что-то вчера лежал, мне так захотелось то роллы, то пиццу, то еще какую-нибудь херню. Меня так мордовало, жесть. Так. Ну, получается, все, идем тогда вот туда вниз. Здесь уже, ну, типа... А, нет, стоп, вон он. Я вижу цель. Вижу цель, не вижу препятствий. Так. Теперь мне надо вниз, да? Ой-ой-ой. Блин, здесь паутину хрен на это натыкаешь. Так, здесь все или не все? А где там следующий был? Наверху. Так, мне наверх надо, а не вниз, лол. А, не, ни хрена. Я так и не поняла, как это работает, но да ладно. Так, а я что тут прошла? А, через стекло прошла, понял. Говорят, сегодня GTA 6 выйдет. Вряд ли она выйдет, но могут какой-то анонс дать. Я видела там что-то, типа, загрузили в Твиттер, обновили какой-то ролик. Плюс вроде завтра. Ой, что там завтра сейчас скажу? Ты мне скажи, я тебе скажу. Лошадка, кстати, а ты смотришь мои ролики на Ютубе или нет? Мне нужен фидбэк, как там, чего вообще. Так, на... Ой, зачем я на YouTube зашла? Мне же надо в Телеграм. Так. Вот, завтра будет Xbox Show. Может быть, там что-то покажут. Там будут 3 новых тизера Alana Wake. Хотя зачем, если уже выпускают игру? Но пускай будет. Ну вот, хотела, кстати, запросить Metal Gear Solid вторую-третью часть, а оказалось, там нет русского. Думаю, ну пошли в жопу тогда. Жесть, сколько же разработчиков сокращают, это просто пипец. Мне интересно, увольняют бездарей или, ну, это прям вообще неважно кого, прям всех. Так, ладно, идем дальше. Всех, думаешь? Что, откуда такие повальные увольнения? Понятное дело, что, скорее всего, те, кто выдает финансирование на создание игр, сказали, что типа, чуваки, побудьте проще. И они, как, давай всех увольнять нахрен. Так, куда, откуда мы там пришли? Нам же вниз надо, да? Есть тут кто? Куда ты полез нахрен? Почему я опять сквозь текстуру прошла? Ну ёкерный балет. Так, вот тут можно паутинку нашпигачить. Поехали. Так, поехали. Первое. Второе. Кто-то упал, что ли? Звук такой был. Так, поехали.
Не должны были заметить. Так, ты опасна. Ты опасна. Ты опасна. Ты тоже опасна. Окей, ладно, раз ты опасна, давай мы тебя отвлечем. Ты трус, паучишка. Да, я такая. Я не трус, но я боюсь, кстати. Обычное дело в индустрии. Сначала наняли, потом что-то поменялось, уволили. Это как сделать прививку. Так, дело в том, что, понимаешь, я бы понимаю, если бы это было там, типа, ну, в одной, ну, в 5 компаниях крупных, ладно, может, они там в одном концерне, да. Но когда это повально во всех студиях случается, это такой феномен для меня странный. Я вообще пипец. Пойду, я тебя найду, пойду. Ой, блядь, я не то сделала. Меня заметили. Упс. Моя паучья ферма накрылась медным тазом. Ай, ну я же нажала. Вытащите меня! Оу, щит, ты откуда? Попала на любовь, на любовь, на твои ручки магнит, на твои глазки магнит, на твои. Что там дальше? Я не помню. Блин. Ух ты, блин. Ай, больно вообще-то. Где ты там? О, хорош, добила. Здорово, чертовка! Привет! Где спряталась? У меня секретный стрим, поэтому я прячусь. Опять зашифрованный. Да, игра, конечно, красота. Красота. Владимир, чего тебе? Я пошел бы с тобой. Ты не нужен. Я тебе никогда не нужен. Думаю, ты просто боишься, что я тебя превзойду. Я именно этого и жду. Но не от себя же. Это кажется забавным? Лишить детей положенного им по праву. Единственное право по рождению – это право неизбежно умереть. Зашибись, папаша. Но я верну то, что принадлежит нам. Я возьму свое. Папаша просто секс. Владимир Яблочко от Яблони. Надеюсь, он не скоро появится. А если скоро, я с ним разберусь. Пока займемся базами. Так. Качаемся дальше. Что у нас тут? Улучшение костюма есть. Пока с ящиков с деталями на мини-карте. Увеличение высоты с паучьего прыжка. О, давайте на мини-карте и пока с ящиков. О, остались чуть-чуть жетонов, и будет все ок. Так.
Вот это что? В режиме мощи способности заряжаются вдвое быстрее. О, хорош. Мне нравится. Так, что-то по костюмам-то. Стоять тут сундук. Доброе утро, девочки. Доброе утро, девочки. Так, где-то тут сундук был. Что думаешь про Mass Effect? Вселенную окончательно убили или есть надежда на четвертую часть? Слушай, ну... Сейчас на самом-то деле все зависит очень многое от медиапространства и от рекламы. Если они все-таки захотят это сделать, они поймут, что у них будет с этого прибыль, они бахнут еще одну часть, но тогда нужно все будет очень правильно сделать. Вот. И тогда будет все ок. Но не исключено, что они обосрутся. Так, получается, летим туда, да? Так, а сюда можно тэпнуться, кстати. Давайте сюда тэпнемся. Так, мне надо выбрать вот эту птичку, да? Что-то не хочет. Ой! А! Я перепутала все кнопки, короче. Так, во-первых, подождите, здесь где-то сундук. Он, скорее всего, внизу. Блин, охренеть, когда у тебя такая есть... Господи, как это называется? Не веранда, а... Ой, забыла, как это место называется. Когда вот так вот на высотке есть вот такая вот область. Еще и тут басик с такими видами. Я бы тут голой загорала бы. Жесть. И мне пофиг, что на меня могут смотреть с соседних домов. Пускай бы наслаждались. Так, где оно там пищит? Не понял. О, нормально. Мансарда, точно. Точно, точно. Так, а что, а где птичка? О. Ну, потрогай. Ох, он дурак. Хочешь поиграть? Давай! Ненавижу эти полеты, но их тут, в принципе, немного. Так что можно их сделать. Плюс у них рассказывается прикольная история Крейвена. А мы, кстати, песочного человека всего собрали, что ли? Ай, меня штормит! Ой-ой-ой. Ой! Твою мать! Твою мать! Лети, лети! Ясно, я заруинила все, да? Ну, ты норм, да? Я все ок. Без слепстрима я отстану! Конечно, отстанем. Ой, жопа бабуина. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, это беда.
Уходи! Люди в беде! Там еще есть данные! Загрузка закончилась! Слава яйцам! Спасибо за данные! Популярный блогер Бенджамин Салазар. Может, Крейвену просто нужны рецепты? Не особо крупная дичь. Столько возни из-за кучки гражданских. Так, дальше. Вот есть квест какой-то, кстати. Помощь со съемками. Вот есть еще одна птичка. Блин, а насколько я хочу быть прокачанной вообще в этом во всем? Сколько птичек еще? Раз, два, три, четыре, пять. Пять птиц получается. Ну, пошли, короче. Что с тобой? Две? Как раз есть время. Я прерву охоту Крейвена, если достану данные. А новая фишка защиты. Ой! Птицы с рельсотроном? Эволюция свернула куда-то не туда. Да! Что-то! Нет! Догнать! Да ну тебя в жопу, а? Я даже не вижу, от чего уворачиваться надо. Надо закончить, пока не потерял данные. Загрузил 90%. Еще 10%. Это все данные. Есть. Да блин, я пока лечу, у меня все в кучу в глазах собирается. Это пипец какой-то. Ой. Что? Если верить данным, он умер 2 года назад.
Видимо, ошибка. Дронов еще полно. Нельзя, чтобы они вот так летали. Так, значит, эту птичку мы заперли, да? Стоп, а где? Лол. А где все остальные? Так. Вот здесь есть. Давайте здесь и возьмем. Обманули, конечно. Обычный день в городе. Блин, я устала от этих полетов. Не нашла цель. Пишет. Не пишите мне, пожалуйста. Я очень-очень занята. Ой, ни хрена себе. Я думала, я сейчас шмякнусь в здание. Еще 50%. Ай-яй-яй! Я вытяну из тебя данные. Тут ничего не осталось. Пак! Вы прикиньте! Я отстану! Какая жопа! Все, можно уже переключиться на какие-то другие, чередовать. Можно. А этот умер 5 лет назад? Сомневаюсь, что в числах ошибка. Крейвен охотится на мертвых? Так, это уже странно. Совсем. Нужно больше данных, чтобы понять, что происходит. Так, это мы сделали сейчас. Только сделай это, то у меня не появляются эти штуки. Так, мы почти апнули уровень. И мне еще надо бы на... Так, что мы можем прокачать? Ничего, да? Подброс паутинное лассо на максимум. Что за паутинная цепь? Какая классная штука, но для нее нужны жетоны героя. Вот, блин, почему я ее не качала раньше? Так, улучшение. У нас осталось одно для урона. Тоже нужны жетоны героя. Что вот здесь нужно? Жетоны героя. Да ёпарасоте! Сейчас приду, секунду.
Я тут очки. Тут очки, я тут очки, тут очки. Так, тут тоже нужны жетоны героя. Да ёпарасоте. А, везде нужны. Ничего себе мне чувак написал. ВК. А чё, его забанили, что ли, или чё? Мне какой-то чувак написал в ВК. Говорит, привет, говорит, давай дружить и трахаться. Одно другому не мешает, действительно. Офигенно, думаешь, Ерихон? Почему тогда ты не додумался мне так предложить, а? Так, короче, мне везде нужны эти самые для героя. Соответственно, если мы бахаем жетоны героя, то нам нужно... Нам нужно вот эти вот штуки валить, потому что на базе потом дается 5 этих, а тут везде только редкие. Вот, вот эти квесты, кстати, дают. Ну-ка, пойдемте, наверное, на квесты. Хотя тут маловато, но хотя бы так. Кому-то нужна помощь с фотопроектом? Не знаю, чем может помочь Человек-паук, но попробую. Ой, я чуть-чуть врезалась, сори. Давай женюсь и трахаться. На мне женишься или на другой женишься? Или чего, не понял? Папа, не волнуйся. Я пока еще у Лили. Врушка, такая врушка. Эй! Попался! И тебе привет. Хотела застать тебя врасплох. Я хочу стать фотожурналистом-профи. Показывать жизнь без прикрас, как на этом снимке, за авторством Питера Паркера. Это было давно, его первое фото на обложку. Я хочу быть как он. О, ого. Вот это ты откопала древность. Первая обложка. Знаешь, а я даже помню, как это было. Ой, какой флешбэк яркий. Мистер Джеймсон, это Питер Паркер. Я звонил насчет фотографий. Мой дядя скончался, а там ипотека и... Мне неинтересна твоя жизнь. Простите. Я сижу перед Бьюгл, допиваю кофе. Успеешь до того, как я закончу, гляну твои фото. Но учти, пью я быстро. Но, мистер Джеймсон, я на 5-й пробке. Хочешь чего-то добиться? Шевелись. Но... Скажи-ка мне вот что. Ты местный из Нью-Йорка или турист Розиня? А... местный? Так если кто-то мешает, ты кричишь... Раступитесь! А если что-то мешает, ты объезжаешь. Нью-Йоркец всегда найдет дорогу. Знаешь, почему люди живут здесь? Из-за дешевой аренды? Низкой стоимости жизни? Эй, нет. Шевелись. Это богом забытая дыра, величайший город на Земле. Вообще-то у меня приоритет. Не сказала бы, не соглашусь. У меня и только. О, нет! Рыба! Хватит искать оправдания и езжай дальше! А чё, я не могу ускориться никак, да? Вдохни, Паркер! Это туалетная вода! А, мистер Джеймсон, мне не стоит отвлекаться! Ах, я тебе наскучил, Паркер! Нет, сэр! О нет, тут стройка! Я никогда... Думай о награде, Паркер! Простите, можно проехать? Ты нью-йоркец! Пусть уступят дорогу! Скажи, берегись, недоумок! Это мои улицы! Эй! Недоумок! О, простите, простите! Тороплюсь! Паркер, ты жалок! Будь мужиком! Покажи им, что ты мужик! Да, сэр! Стоп, что? Почти. Срежу по Вашингтон-сквер-парк. Мне осталось несколько глотков, Паркер. Шевели задницей. Этот паренек себя укробит. Спасибо. Да как же мне для мамы едет? Это я даже на великий-то быстрее езжу. Простите, то есть... Смотри. Парня грабят? Обычное дело, Паркер. Притворись, что ты местный. Быть нью-йоркцем. В городе миллион людей. Паучок ко всем не успеет. Оставьте его в покое! Чё ты вякнул, засранец?
Эй! Ты что, турист-зевака? Шутка? Никто не смеет так со мной! Ну все, ему хана! Ты откуда вылез? С какой дырки-то? Эй, страшила! Ну, ну типа под маской! Я разорву тебя на части, Замора! Да блин, меня сейчас отмутузят! Чем громче шкаф, тем больше шкаф, тем громче падает пес. Тут все валяется. Вот и все. Было весело. Ага, очень. Как вы? Хорошо, потому что ты мне помог. Спасибо. Они велик мой повредили. Ой, как они не подходили к нему? И фото. Осталось лишь одно фото. Мои нужны деньги. А мне это работа. Я успею и пешком. Я должен. С дороги! Это он так бегает? Серьезно, это он так бегает? Расступитесь, люди! Да рядом нет никого, ты что, дятел? Ой, белки! Класс! Ну же, давай! Вон он сидит. Где он? Мистер Джеймсон? Я Питер Паркер. Ты опоздал. У меня есть то, что вы поместите на передовую бьюгл. Самоуверенный сопляк. Просто пытаюсь казаться уверенным. Как здорово, Нирвана. Паркер, это ужасно. Освещение плоское, композиция кошмарная. Ты снимаешь на пленку, как какой-то неандерталец. И у тебя кровь из носа. Но это, кстати, мне нужно фото урода-паука для завтрашнего выпуска. Поздравляю! Теперь ты фотограф Бьюгл. Правда? Спасибо, сэр! Вы не пожалеете! Что с тобой? Ты уже минут пять на нее таращишься. Да я так. Можешь рассказать что-нибудь о нем, о Питере Паркере? Не надо ему подражать. Иди своим путем. Но могу сказать вот что. Он усвоил, что если задуманного не получается добиться сходу, надо пробовать по-другому. Ладно, давай по-другому. Снимем постановочный кадр для Бьюгл. А, ну, давай, пойдем. А что, его уже уволили, что ли, с этой... Да, и когда прыгнешь, наклонись влево. Мне нужен силуэт. Я понял. Да жопку она твою фоткает, жопку. На старт. Внимание. Прыгать. О, стоять! Ти, паучок! Стой! Класс! Увидимся! А ну в сторонку! Пропустите нью-йоркца! Так, значит, эту побочку мы сделали... А, мне еще не появились, да? Блин, а почему они так сделали, что пока вот это вот все наверху, вот эта шляпа у меня не пройдет, у меня иконки на карте не появляются? Что за фигня? Так, вот есть какой-то Говард. Пошли походу к Говарду. Походу, я нужен Говарду. Надеюсь, они спят. Так, а я могу тэпнуться? Нет, тут еще не открыто. Все в порядке. Решил зайти посмотреть, что за игра такая. Не могли сделать пауком Тоби Магуайра. Блин, было бы, конечно, классно, но... Мне кажется,
вот я типа обожаю. Для меня Тоби Магуайр это, наверное, лучший паучок из всех, который был. Но его время, наверное, уже прошло. Вот. Потому что после него уже был и этот самый, как его звали-то, господи, забыла, такой шпала. И теперь Том Холланд, вот, так что как-то уже, наверное, и ни к чему делать Тоби Магуайра пауком. Как хорошо, что прапора нет сейчас на стриме. Он бы сейчас начал душнить о том, что Том Холланд это каноничный Спайдермен. Типа этот Тоби Магуайр старый. Он когда это говорит, мне вот треснуть хочется в голове. Шмяк. Человек-паук. Кто со мной говорит? Говард, Биджи. Как у вас дела? О, живем помаленьку. О, здрасте. Вы сидишь с нами. С кем с нами? Ты один. Или вот этот голубь, или эта чайка с тобой. Я за прапора. Конечно. Что стряслось? Иногда я просто сижу тут и смотрю на мир. Паром идет. Ты видишь? Вижу. Ага. И вам спит же надо на него? Думаю, этот мы пропустим. Подождем следующего. Раньше мне нравились паромы. Я представлял, что плыву навстречу приключениям. Говард? Видишь ту желтую яхту? С черным днищем. Славный транспорт. Просто прелесть. Хотел бы я прокатиться на таком шмеле. Эй, Говард? Переплыть на ней через реку к тем трем столпам. К древнему городу в облаках. А? Три столпа? Там, правее, где красные огни. Правее? А, это левее. Ты про те три трубы? Зачем? Я отдал этому заводу 20 лет. Мариночка, здравствуй. А потом меня сократили. Тогда я потерял смысл жизни. А когда умерла жена, я потерял душу. Но мои птицы снова научили меня летать. Особенно малыш Пиджи. Мне Холланд больше нравится, он больше на подростка похож, чем Магуайр. И напоследок. Видишь, да, Леди Свободу? Она леди. Вон там, левей. Да, вон она. Смотри. Что за... Ого. Стая. Человек-паук, мне нужна твоя помощь. Я отправляюсь в путешествие. Но сперва хочу выпустить птиц на волю. Показать им мир за пределами города. Это же голуби. Можешь отвезти их на север? В тихое место. А, не знаю. Это же твоя семья. Их время пришло. Попробуй свистнуть. У нас теперь будет еще побочные голуби какие-то. Если ты хочешь. Полетели, птички! Двинусь вдоль набережной, пока не найду им новый дом. Блин, какая же тут музыка все-таки крутая. Battery Park! Отличные памятники и куча мест, чтобы нагадить. Хотя Говард хотел, чтобы вы повидали мир. Ищем дальше! Попробуем Бруклинский мост. Виды, что надо. Верник, гад, почему меня не любишь, а? Балдел? Не, не то. О,
поток ветра! Полетаем по-настоящему! Как красиво. Я куда-то не туда полетела, кажись, да? Насчет лесочка у моего дома. Мы с Гарри вечно тусили там после школы. Там бы я и жил. Ой, блять, врезалась. Птицей. Блин, херовый из меня птица. Посмотрим поближе. Не волнуйтесь, птички уже близко. Блин, хорошая песня, надо будет в трек-лист ее добавить. Ого, тебе нравятся крылья из паутины? Мило слышать это от голубя Говарда. Никогда не забуду, как гонял с вами по городу. Привет. Ну что, нашел место для моих малюток? Есть одно место в Куинсе. Мы с моим старым другом его любили. Куча места для Биджи и остальной стаи. А неплохо. Спасибо. В этой жизни мало кто делал мне добро. Обращайся, Говард! И ты сможешь их навещать. Тут есть поезд. Оставлю птиц и скоро буду у тебя. Говард? Ой, он умер, что ли? Блин, я сейчас плакать буду, вы что? Какая... Блин, вся игра какая-то грустная, что за фигня? Ладно, вот он, ваш новый дом. Биджи, ты за главного. На пока да, стамеска ее еще нет. Устал. Вернусь на поезде. Надо к Говарду. Ему без них должно быть грустно. О, нет. Говард? О, Человек-паук! Простите, он мой друг. Оставайся сколько нужно. Если это важно. Похоже, он умер счастливым. Да. Теперь он путешествует с женой. Ну капец! Разработчики-говнюки! Ну что это такое? Будь спокоен. Сколько всякого говна они слезливого добавили в игру. Блин, такая грустная игра. В жопу ее. Капец. Так, мне вроде наверх, что ли, надо. Какой-то необычный сундук, что ли, тут. Пригодится. Без стеклища игра не игра. Стеклище это типа слезы, что ли, или что? Да блин, Терегрин всю игру нахрен держал. Ну что это за фигня такая? Они сюда столько вообще слезливых моментов добавили, прям ужас. Нахрен столько надо. Ой. Так, ладно, идем дальше.